пожары всегда несут за собой беды и трагедии. В одном из частных дворов небольшого городка вспыхнул пожар. К счастью, соседи находились рядом и успели сразу же с ним справиться, не прибегая к помощи пожарных. Осматривая то, что сгорело, они услышали писк о помощи. Это был маленький котенок, который не успел убежать от огня. Люди схватили его и тут же доставили в ближайшую службу спасения животных RSPCA Fellage. Он был в очень тяжелом состоянии, но врачи не собирались сдаваться. Его назвали Феникс. Состояние Феникса вначале начало ухудшаться из-за слишком серьезных ожогов, но любовь, забота и отличные ветеринары сумели исправить это. Феникс оказался очень везучим, ведь выжить после такого удается не каждому. С каждым днем котенок чувствует себя все лучше и лучше. Места, где были ожоги, покрываются шерстью. Вот только веки котенка пока напоминают о пережитом кошмаре. В приюте уже начали подыскивать для него новый дом. Феникс оказался очень дружелюбным котенком, несмотря на то, что ему пришлось пережить. Надеемся, новая семья найдется уже в ближайшее время, и у Феникса появится новый дом. Выздоравливай, кроха!